Смерч высотой с пятиэтажку прошел мимо челябинского торгового комплекса. Южноуральцы были шокированы. Столб из песка и пыли зафиксировали в районе торгового комплекса на перекрестке улицы Горького и проспекта Победы. Очевидцы говорят, природное явление шло со стороны завода. Покружив несколько минут, смерч пропал. Очевидцы отмечают, что высота столба была несколько десятков метров.